Всем привет! Небольшой отзыв насчет сигарет Орис контрабандных, компактных с желтой кнопкой. Intense Tropical Dew. Предупреждение о вреде курения, смола 6, никотин 0,5. Написано. Стоят они ровно 100 рублей. Короче, надписи сами все читайте, если надо. Такой штрих-код. Обзор уже у меня был на какой-то там то ли розовый, то ли фиолетовый пачка, блядь. Их, короче, этих корицы бывает разных полно. И кинг-сайз, и тонкие, и коричневые, и каких только нет. Ну, я взял очередной раз вот такие. Первый раз я брал там розовый, что ли, блядь, или фиолетовый какая-то кнопка. Сейчас по набивке посмотрим. Здесь вот так она выглядит, с такой кнопкой. Секундочку. Набивка такая, ну такая себе, но не самая вялая, которая может быть, вот такая. Если вкратце, сигареты, если когда их куришь, не лопай кнопку, они особо табачным вкусом не отдают, если честно. И как будто бы табачного в них особо ничего вроде бы и нет, когда их куришь, если не лопай кнопку. Когда высыпешь, вроде табачное что-то есть на глаз, так виднеется, табачные хлопья какие-то. Но по вкусу почему-то табачного особо ничего не чувствуется особо. Просто куришь какую-то пустоту. Ну, в принципе, как обычные компакты, вот современные. Примерно вот все, что в этом роде наподобило. Муха, блядь. Наподобие Кэмелов, этот всех с кнопкой, Филипп Моррисов. Ну, вот это все из этой же серии, но, правда, те все стоят 150, например, да, 150, 160, там, 140. Эти стоят ровно 100 рублей хотя бы. Если сравнить, то лучше уж тогда не переплачивать за 100 рублей вот такие. Ну, лично как по мне, чем за 150 какую-нибудь такую же хуйню, например. Причем за 150 могут быть еще более сильнее химозные, чем вот эти. Сигареты химические, если вкратце, химия в них явно присутствует. Это прямо сразу чувствуется, вот лично с первой же сигареты. Ну, к тому же я их уже не в первый раз пробую, как бы. Поэтому химоза какая-то в них определенная точно присутствует. Вот. И это, блядь, 100%. Что еще сказать? Тут, кстати, фильтр мундштук. Я не знаю, если тут уголь, хер его знает. Горят они средне так. Не очень, как фитильни сгорают, но так. Тяга у них не самая легкая, но такая средненькая. Они тянутся не очень легко. Немножко поднапрягаться приходится, когда их куришь. Но похуй. Это, в принципе, все мелочи. Короче, за 100 рублей, как замена, эти сигареты, блядь, опять кошак приперся. Вот как он постоянно, как обзоры, сука, снимаю, припирается. Пошел вон. Значит, как замена основным компактным современным сигаретам магазинам, эти сигареты годятся, как бы, вот. Замене там Кэмелом с кнопкой, там Филипп Моррис с кнопкой, Лаки Страйком с кнопкой, там, и все, что в этом роде. Годятся, вот, серьезно, за 100 рублей. Потому что плюс-минус одна и та же хрень. Но тут просто без переплат. Ну, я не знаю, как бы, вот. Без переплат можно взять, но... Если у вас дохуя денег, как бы, да, если вы нормально зарабатываете, ну, я не знаю, можете курить все что угодно из этой серии, как бы, если вам нравятся компакты подобные, сигаретные продукты химические, современные, да, не табачные нормальные сигареты, а вот именно современные сигарет-продукты. Если вам нравится курить, то есть, если вы нормально зарабатываете с полным денег, можете брать, конечно, все, что угодно из этой серии, все, что вам нравится. А вот кто хочет сэкономить, у кого доход так себе, я думаю, лучше не переплачивать, взять вот такое, как бы, вот. Потому что смысла нет по 150 рублей парашу всякую покупать. Ладно, там было бы что-то годное, то не жалко, ладно, хуй, если можно переплатить. Но, блядь, за парашу какую-то отдавать 150 рублей постоянно, а если человек курит по полторы пачки в день, например, да, ну, я не знаю, короче. Ладно. Что касается кнопки, ну, кнопка тут, знаете, какая? Вот именно в желтой пачке здесь написано Tropical, я думал, тут будут тропические, может, какие-то там фрукты, ананасы, там еще что-то, блядь, вот такое, манго, хуянго, да? Ну, тут, блядь, цедра лимона такая горькая, даже не лимон, а вот именно цедра лимона, кожура лимона, блядь, с мятой. Смешано с мятой, то есть ментол и цедра лимона горькая, блядь. Ну, мне капсула не понравилась по вкусу, если честно, какая-то хуйня. Горькая цедра лимона, блядь, с мятой. Немножко обжигающая, вот и все. По накуру, накур, в принципе, есть, но накур какой-то химический, неестественный, то есть, вот.
Здесь нет таких особо натуральных табачных ощущений, как от нормального табака и как от нормальных сигарет в процессе курения. Здесь именно химический накур идет, то есть вот с этих сигарет. Ну, в принципе, от многих компактов сейчас в 23-м году такая же херня, в принципе. Ну так, сигаретный продукт, я еще раз говорю, это не сигареты. Вот. Но замена компактом современным за 100 рублей, это в принципе годится. Я не говорю, что плохо. Как бы. Вот если как замена компактов современным, то годится нормально, да, пойдет. Но как сигареты это не надо рассматривать, как нормальные. Потому что табачного в них нихуя не чувствуется, серьезно. И по ощущениям, по накуру и так далее, в них нет такого, блядь, расслабленного, там, как с табака, так, такого нормальной эйфории, такой легкой, нету, блядь, просто химический накур какой-то непонятный, по башке у тебя немножко давит, там, немножко так взбодрился, так слегка, как хуй поймешь, что там за химия, короче, но это не табачное ощущение, короче, вот. Сигаретный продукт, ну, я не знаю, я еще раз говорю, как замена какому-нибудь Кэмэлу компактному, это имеет место быть, но как сигареты, это не сигареты, вот. По поводу кнопки я уже все сказал, кнопка цедра лимона с мятой, блядь. Я знаю. Но вообще это имеет место быть на современном табачном рынке, блядь. Смотря кто что курит, у кого какие предпочтения, опять-таки, блядь. Я еще раз говорю, как замена компактным пойдет современным, блядь, но кто хочет нормальные табачные охуенные сигареты с табаком, конечно, это тогда не надо курить, потому что это не сигареты. Еще раз говорю, все, пока.